Мелниченко Евгения și Babici Sabina, studente la Universitate de Stat din Republica Moldova, cu proiectul Capsule Hotels, an alternative to the hotel business. Aplauze! Капсульный отель – это не элемент фантастического фильма, а реальность. Наша команда Евгения Мельниченко и Бабич Сабина приветствует вас. Сегодня мы хотим представить вам наш инновационный проект – сеть капсульных отелей под названием Dream Capsules. В чем заключается идея? Идея состоит в создании специфического типа отеля, который представляет собой небольшие комфортабельные спальные ячейки, расположенные друг над другом за доступную цену. Наша подруга – путешественница, и она очень часто сталкивалась с задержкой рейса. И отсутствие комфортных мест для отдыха ей очень не нравилось. Однажды, после нескольких часов ожидания задержанного рейса, она сидела на неудобном стуле в аэропорту и мечтала о месте, где могла бы насладиться недолгим сном. У нас сразу же возникали в голове образы уютных капсул, где уставшие путешественники могли бы найти уединение и комфорт. Мы решили создать капсульный отель и превратить мечту в реальность. Ценностные предложения нашей идеи. Услуга предоставляет место для отдыха, для недолгого проживания, возможность проверки на наличие свободных мест, возможность бронирования через приложение и высокий уровень доступности. Наши конкуренты. Прямых конкурентов на молдавском рынке нет, так как ничего похожего на капсульные отели в Молдове еще нет. Но у нас есть косвенные конкуренты – это отели и хостелы. Например, Лондон Бутик Отель, Грегори Отель, Кишинев и так далее. Наша целевая аудитория – это молодые люди в возрасте от 18 лет, путешественники, которые приезжают, чтобы насладиться местной культурой, и люди, приезжающие в командировки. Здесь вы можете знакомиться с портретом нашего клиента. Он студент, часто путешествует, и он также сталкивался с проблемой поиска места для отдыха во время пересадки или задержки рейса. Емкость рынка мы рассчитывали по городу Кишинев. Там это общий объем целевого рынка 623 306 человек. Сам это доступный объем рынка 99 720 человек. И СОМ это реально достижимый объем рынка 3324 человека в день. Далее вы можете ознакомиться с финансовой составляющей нашего проекта. Здесь мы представляем расходы на 3 года после открытия проекта. Это доходы, расходы и чистая прибыль. Модель монетизации у нас двух видов. Это модель продаж, собственно, от продажи самой услуги. И рекламная модель – это размещение рекламы на нашем сайте и в нашем приложении. Наша команда Евгения – Project and SEO Manager, Сабина – Администратор and Problem Manager. И наши контакты, по которым вы можете с нами связаться. Для полета в космос… Ракета не нужна. Благодарим за внимание. Вопрос есть? Тогда спасибо большое за внимание. Спасибо вам огромное.